дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре огни Сочи. И какая красота здесь уже нарисовалась. Да, легкая пауза. Пошли в санузел, сразу красоту покажем. А? Ага. Здесь все четко вымерено тоже под уже душевой поддон. Сейчас здесь все тоже сделали. Вот, кстати, еще видно, где еще гидроизоляция не сделана. Вот, вот это первый слой синяя есть, а второй гидроизоляции еще нет. Потому что здесь, видишь, порожек высоковатый, мы еще обрежем потом. Вот, и сделаем все это. Вот такие вот карандашики у нас красивенькие. Вот такой дизайн-проект у нас. Ну, светлая такая, красивая. Кстати, здесь плитка на полу из той же коллекции, что и здесь темная. Давай сейчас я чуть-чуть задеру, покажу. Вот. Вот такая вот красота. Так. Ну, у нас уже здесь, давайте сразу экскурсия небольшая проведем по потолочникам. Мы сейчас набили потолочный багет. Это делается для того, чтобы потом ребята у нас не пылили и пыль не сыпалась на обои. Это очень важно. Они сделали сейчас подшторники. Подшторник, сейчас я, наверное, вот этой штучкой попользуюсь. Фух. Здесь опустится порядка где-то на вот, где надпись «После удалить после монтажа». Вот здесь будет где-то, мы добавим около сантиметра полтора. То есть закроем, и вот здесь будет ниша для штор, для карниза. Вот, это тоже такой немаловажный момент, поэтому такие вещи рассчитываются отдельно. Почему отдельно? Потому что если бы вы сделали не потайную нишу, а простую, скажем так, нишу, да, с простой закладной. Пойдем в другую комнату, я сейчас покажу другую закладную где-нибудь. А здесь ее не делали еще. Она вот, она готовая, лежит, но еще не сделана. То есть если, вот видишь, здесь за потолком будет стоять брус. Но мы не знаем, просто на всякий случай хотим подстраховаться, потому что здесь будет стоять барная стойка, и мы столкнулись с тем, что штора до конца, получается, не будет добивать. И как-то оно ни туда, ни сюда, поэтому здесь потайная ниша, мы делать ее, скорее всего, что не будем. Оставим закладную на всякий случай. Но здесь, конечно, просятся какие-то жалюзи французские, там, не знаю, немецкие. Вот, мы это все сделаем, конечно, и задача упроститься. Так, еще раз пробежимся. Вот такую плиточку. Было принято решение все-таки под 45. Попробовали так, поразложили так, так и так. Ну, под 45 разбили. Сейчас вот, смотри, вот это, вот эту полоску надо обязательно снять. То есть вот как она идет. То есть да, мы, получается, самую проходную зону мы сделали под 45. И вот эта ось, 45-я. Видишь, вот она тоже, уголочки идут тоже. Вот ее тоже надо снять. То есть, ну, мы тут втроем участвовали в разметке для того, чтобы получить максимальный эффект четкой раскладки. Так что, думаю, на этом, наверное, все. Так, сейчас я прошу прощения. Сброшу, наша заказчица звонит. Так что на этом все. Смотрите нас, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть какие-то замечания, тоже не забывайте писать, потому что так мы все-таки получаем информацию, пускай в каком-то, может быть, не том виде, котором хотелось бы, но тем не менее. И за счет этого, получается, у нас есть над чем работать всегда. Так что всего доброго, пока-пока.